Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. В регионе примут концепцию развития деревянного домостроения. Документ будет рассчитан на период до 2030 года. По словам зампреда правительства Максима Кочеткова, концепцию начали готовить еще в прошлом году. Сейчас она на решающем этапе согласования. Производством деревянных домов в регионе пока занимаются порядка 25 организаций. По мнению Кочеткова, дерево можно применять и при строительстве многоэтажных зданий. В концепции развития отрасли будет предусмотрено комплексное взаимодействие предприятий, учреждений, образования и науки, некоммерческих общественных организаций, власти, инвесторов, выступающих с инициативой поддержки организаций, осуществляющих развитие данного направления деятельности. Программа «Экономика». Инвесторы придут в регион, видя внимание его руководства. Президент Вятской торгово-промышленной палаты Николай Липатников в программе «Разворот на бизнес» рассказал о том, какие условия должны быть созданы в регионе для привлечения инвесторов. По его мнению, необходимо заниматься обустройством инфраструктуры. Нужны дороги, электричество, газ. Зарубежный бизнес обязательно обратит внимание на условия, созданные для местного. Если, сравнив их с условиями для иностранцев, он увидит серьезные различия, в регион не зайдет, уверен Липатников. Важно для предпринимателей и внимание властей, говорит президент ВТПП. Губернатор любой территории обязан уделять внимание людям, готовым в нее вкладываться и создавать новые рабочие места. Выслушать, напоить чаем. Что здесь сложного, сказал Липатников. Экономика на 101 FM. А теперь в выпуске информации от наших партнеров. 2018 год принес в работу каждой компании множество изменений. Число поправок, которые придется учитывать бухгалтерским отделам, исчисляется десятками. Налоговая теперь сможет контролировать достоверность отчетов бизнеса. Банки блокировать счета при малейших подозрениях на недобросовестность. Увеличивается минимальный размер оплаты труда, что может повлечь большую работу с документами. Эти и другие риски бизнеса будут обсуждаться на семинаре для руководителей и собственников организации. Его проводит Институт бизнеса и компания «Бухгалтер и я». Профессионалы, много лет работающие на кировском рынке бухгалтерских услуг, разберут темы более подробно и расскажут о том, как избежать неприятных последствий. Семинар «Риски бизнеса. Чего ждать и как избежать» состоится 28 февраля. Подробная информация и регистрация участников по телефону 213-112. Количество мест ограничено. Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 57.77, евро 71.17. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.